На улице Мичурина полным ходом ведут строительство школы на 1100 мест. Необходимость ее возведения вызвана острой нехваткой образовательных учреждений в Краскове. Открытие новой школы позволит полностью ликвидировать в поселке вторую смену. Ход строительных работ проинспектировал глава округа. Сейчас на объекте задействованы 120 человек. Монолитные работы выполняют в две смены. На днях подрядчик приступает к монтажу светопрозрачных конструкций. Внешние коммуникации были уже готовы заранее. Мы все проложили, как теплосеть, так и ливнесток, канализацию, водопровод. Блок А и блок Б в целом, в принципе, готовы для того, чтобы приступить к фасадным работам, к кровле. Сейчас ведется монтаж металлоконструкции на блоке В, центральный корпус. Металлоконструкция – это перекрытие над спортивным залом и актовым залом. В течение месяца строители выйдут на монтаж внутренних инженерных систем. Когда завершат кровельные работы, приступят к внутренней отделке помещений. Только что мы были на последнем этаже, на четвертом завершающем, посмотрели, как уложены фермы, перекрытия. Конечно же, это огромные такие рекреационные пространства, в которых приятно будет не только учиться, но и проводить время, заниматься творчеством. В школе будет 44 класса, 120 педагогов. По графику строительства эта школа должна быть построена и введена к концу этого года. Первых учеников образовательное учреждение примет в начале следующего года. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.